Вот такой иммуностимулирующий коктейль с цветами одуванчика, с молодыми шишечками сосны и с мелиссой. Одуванчики желчегонный эффект носят. И вообще это любимая пища черепах, а черепахи долгожители. Елочки у нас, шишечки, витамин С, эфирные масла, все дела. Мята, мелисса. Мелисса сосудорасширяющая, бодрящая, ароматная. Шишечки тоже аромат такой приятный дают. В общем, положила в емкость блендера все это дело. Налила воду. Сейчас взобью, процежу. И будет шикарный зеленый коктейль такой. Цветочно. Ну, в общем, вот такой. Шишечно. Зеленый. Ну, очень, ну, классная штука. Вот такой вот можно сочетание. Вот такой вариант. Разные же. Коктейли зеленые. Ну, вот это интересно. Это вообще вот интересный вариант. Что это желчегонный эффект и мелисса сосудорасширяющий, бодрящий, шишечки, иммунитет стимулирует. Ну, такой коктейль, можно сказать, долгожителей. Такой вот надо употреблять почаще, пока есть возможность, особенно весна. Шишечки можно заготовить, наморозить их, насушить всяко. Цветы тоже все это дело можно продлить удовольствие, просто сохранить. Но пока они свежие, это вообще чудеса, конечно, дары природы. Такие вот.